Я разбил стекло в поезде, находясь в нетрезвом виде. Не хотел никому причинять вред и признаю свою вину, но ответственность за это взять полностью не могу, потому что находился в нетрезвом виде. Точное местоположение назвать могу: метро Баррикадное. Ехал с Тушина. Мне стало плохо, я хотел подтянуться на турникете, но со мной что-то, возможно, случилось как-то. И, возможно, я и виноват, но я хотел бы думать, что я не виноват. Прошу прощения и вину признаю. Причинять вред никому не хотел. Прошу прощения.